В то же время Минюст подготовил новые водительские статьи в проекте кодекса об административных нарушениях. За некоторые повторные нарушения введены более жесткие наказания. Как сообщает издание «Коммерсант», водитель, совершивший в течение года 3 грубых нарушения – проезд на красный свет, непропуск пешехода на переходе и так далее – будут лишать прав. Появится штраф за опасное вождение, ужесточатся и санкции для любителей сесть за руль в нетрезвом виде, штраф до 50 тысяч рублей. Лишение прав до 3 лет за езду с ребенком в салоне машины. Залог за задержание авто в 30 тысяч рублей. Вводится штраф в 1-2 тысячи рублей за управление спецтехникой, снегоходами, болотоходами, мотоблоками и прочим при выезде на проезжую часть. За выброс мусора из машины суммы штрафов разнятся в зависимости от статуса нарушителя. Для физлица – 2-3 тысячи рублей. Для ИП – от 20 до 60 тысяч рублей с конфискацией тех средств. Для юридических лиц – от 30 до 100 тысяч рублей также с конфискацией. Зато Минюст исключил из системы наказания для водителей арест. Отметим, что проект нового КОАП Минюст перерабатывает уже в третий раз.